Всем привет! Сегодня у нас тема освобождения от захватов, и мы проведем этот урок с Антоном Бузовским, один из лучших тренеров Днепра. Оставайся на канале, смотри, будет интересно. Да, припад из основания от ворота своего. Надо дальше. Как можно ближе к кисти. Либо кисть, либо захват курточки. Сейчас рука идет туда, даже не туда, корпус назад. Двумя руками дальше нужно работать, то есть руки от себя, корпус назад, движение. Если мы берем такого, Руслан, конечно. Руслан будет в обратную сторону, тут уже наоборот такие получается корпус. Уже за основание кисти. Сейчас сама перехватил, сейчас вверх. То же самое в обратную сторону, потому что обратный захват идет в обратную сторону. Здесь то же самое идет, как бы немножко руку надулить. Можно и в эту сторону, и можно в обратную сторону. То есть такой захват мы отработали. Да. То есть вот такой захват тоже самое будет. Какой захват в эту сторону и такой захват. Да, то же самое дело. Несколько вариаций. Первый вариант просто то же самое за кисть выдернем. Либо за кимоно, либо за основание куртки. Вниз, потом уже вниз, дальше с помощью ноги. Вниз, дальше. То же самое за куточкой. Здесь идет обвих. Дальше поворот в сторону туда, вот, движение. Теперь не запал, так что тут не работает. Основание за плечо захват. Верхний захват и разворот под эту ногу. Разворот сюда, развернемся. Можно либо оторваться. И потом. Оп. Верхний захват. Дальше разворот, окружаю руку сюда. Движение туда. Ага. Так, ну, можно чуть-чуть оторваться туда. И дальше отсюда. Вниз. Оп. Есть. Верхний захват. Сюда дальше. Может быть захват за два рукава таким вот образом.
Вот. Закрой рукава, что тяжело. Хотите. Здесь то же самое. С двумя руками. Либо можно с одной рукой. Он перехватил. Замена. Раз. Сейчас с двух положений. То же самое. На эту сторону руку. Руку просто нагружает вниз, вниз. Дальше идет, помогает. Дальше тут. Сразу же двумя руками работаю, потому что здесь будет уже тяжело, контроль идет руки. Значит, сразу же освобождение идет с помощью двух рук. Оп, вниз, сюда. Два. Оп. Вперед. Верхний, может быть, верхний захват, вот, и за рукав. Верхний за рукав, да? Вот, да, самый ходовой, кстати. Положение неудобно подруга. Сейчас тут нагружаешь, полностью контроль. Здесь прихваты за отворот. Да, снырочек. Да, снырочек. Сберу верхний захват, берем, да. Разворот. Да, обычный отрыв с этого положения. Просто выдёргаешь с помощью фига там кимоно. Кимоно не хватаешь. Рука туда. Мы работаем там примерно с обнимаем, да? Раз, дали, раз, хоп, три. Вот. Что-то делаем, да? Раз, ничего. Да, может, так не выйдет. Не будешь? Есть. Дальше захват остается, захват. Есть. Зажимаю. На бросочек. Либо сама возьмешь, либо уже можно это. Да. Обычно прихватывая, да? То есть могут за куртку прихватить, да, могут это. Дальше. Обоюдный захват шеи. Дальше под локоть. Под локоть. Под локоть. Да. Оп. Есть. Есть у меня уже захват. Либо сюда выхожу на зацеп. Просто подбегал ты корпус. Положение. Вот он. Под локоть. Под локоть. Оп. И есть. Фу. То же самое. Здесь то же самое. Взял свой захват герой. Есть второй захват. Да, то есть движение видел, да? То есть противник хочет взять за кисть или за отворот, да? Да, то же самое. За основание кисти. Есть свой захват, забрал первый. Хватает, допустим, за кисть или за рукав. И пытается сразу перехватить за это. Да? То есть мы берем. Он берет за кисть и начинает прихватывать. Уже вышло. Хорошее положение, кстати, отсюда. Сейчас с нырком выход. Да, пояс, груди. Есть. То есть меняешь положение руки, да? То есть я иду тебе под руку. Да. Оп, беру под руку за пояс. Оп, есть. Вот как можно аж плечо туда вот. Сюда пошел, да, сюда. Ты выдал, да. Я немножко дистанцию разрываю, чуть-чуть, оп. Выход на задний переворот, немножко подняться. И выход с этого положения. Да, хорошо. Вот так. Оп, пропустил выхода. Ну, только на грузу, чтобы сразу же не бросил. То есть может быть типа наоборот, чтобы я был под контролем для захвата. И потом под руку сюда вот именно. Оп, плотненько прижался. Аж прямо на тебя, Слав, немножечко давлю. Немножко прижу. И пошел на себя. Оп, да. Оп, можно будет. Плечо. Да. Крупни. И там чуть перестанешь. Хорошо. Вот это захват, зачем он нужен? Это захват, чтобы отвечать руку. Это захват на самом деле такой опасный. Если взять плотный захват, такие. Оп. Пошли.
бросок. Заходи в бросок. Открой сюда бросок идет. Получается, здесь бычок идет бросочек. Вот бычок. Когда ты находишь, значит, немножко перекрываешь, идет движение через ногу. Движение через ножку. Есть еще срыв, есть классический срыв, когда есть срыв, то есть с таким захватом. То есть вот так вот наворачиваешь и отсюда начинаешь. Но разная плотность кимоно. Бывает, что позволяет так сорвать, а бывает, если плотность кимоно небольшая, то тяжело вот так вот навернуть, вот готово сделать. Развернуть. И сюда развернуть. Тяжело. Поэтому тут уже основанием по классике работаешь. Можно, кстати, на контроль взять это, чтобы держать дистанцию. Это уже потом ужать. Опасно, да? Да, вот это вот опасность, там захват, это положение. Идет освобождение сначала от одной верхней руки, которая верхней держит нижнюю, а именно от верхней держит. То есть я вдруг прихватываю одну руку, здесь слав ты уже держишь, держи. То есть мне уже тут не надо держать, уже есть. Я беру именно верхнюю руку, которая мне позволяет положение. Начинаю уже триф делать этой руки, то есть здесь я работаю только назад. Только вперед, корпус назад. Оп, есть, оторвался. Получается вот такой вот перекрытный был. Вот, сюда. Это чтобы под партнером, примерно, то есть захват есть. Или может быть захват для атаки на заднюю подушку. Одна из рук. Одну руку. Нельзя сразу же одну руку скинуть. Тяжело. Надо работать с одной кистью сначала. С одной кистью. Можно ближе кисти. Есть. Спереди. Есть. Да, вас есть совсем нуждаешься, да? То есть, вот сюда. Да, на движение. Раз, ставишься. И пока ты это, я же могу перехватывать. Да, да, да. Это вот я должен. Даже. Еще можно, кстати, руку подавать вперед для захвата, чтобы этот слав приходил. Да, вот. И там резко убираешь, перехватываешь вот. Потому что руки чуть впереди, вот руки чуть впереди, да. Да, да, да. И сам забираешь захват. Вот сейчас как бы обманочка такая, вверх руки подаю, вверх как бы, захват. Вот, захватываешь, раз, убираю. Есть. Подаешь. Баночка такая, баночка. Интересная. Силу потянул, либо сюда можно захват взять. Либо просто этот захват забрал, чтобы забрать. Когда я забираю захват, прячу вот так вот руки, подставляю в локти. Это делается для того, чтобы потом разорвать. Ну, подставляю, да. Подставляю не переднюю часть руки, а выслал, подставляю заднюю часть, примерно, что у меня раз, ручку подставил, да. Дальше. Либо могу вот сюда уже плохо подвинуть, вниз. Под вздох, она будет, да? Ну, не так. Вот уже руки подставляю. Да. То есть я начинаю вот отхватывать. О, да. Получается, оп, да. Я, получается, убираю вот это основание рукава, вот этого прячу, подставляю локоть. То есть отдаю как бы локоть, да? Да, да. А если, получается, я уже руку начинаю нагибать, идет нагрузка на пальцы большая, и здесь включаю корпус и спину. Рука, оп, я подставляю, сам подаю руку, Дальше рука идет вниз, вот так вот. Отсюда вот. Открыто. Есть. Сам выше. Просто неудобное положение руки. Отсюда вот. Вот. Сюда. Рука уже открыта для поворота. Да, так, да, туда, открыта рука. И попросту это будет разрыв. Для борьбы в другую сторону.
вовнутрь. Да, вовнутрь, вовнутрь. Да, да, да. Локоть идет вовнутрь. Да. Есть. Захват. Либо просто. Верхняя часть у нас получается пояса мы отключаем, вверху остаемся, а здесь вниз. Вниз, оп, в ножку сюда вот. Обязательно контроль этого захвата. У меня потом уже, чтобы никто не должен заждаться. Потому что отсюда, к примеру, чтобы войти в бедро, и надо очень хорошую иметь технику этого броска, очень хорошо, чтобы сюда повернуться, и опасно мне вот эту пластичку сделать. Поэтому тут немножко можно дистанцию поднимать. Вот немножко. Дальше. Пошел. Это был Антон Бузовский. Один из лучших тренеров мира. Подписывайтесь на наш канал, изучайте самбо, садитесь уже. Лучше, лучше и лучше.